Ну что, перед нами девочка с собачкой, это Милки и Ленки. На данном этапе практически 40% без десятых долей, там буквально 0,2 осталось. Конгресс страмин, нитки СХС. Нитки СХС. В принципе, мне нравится. Ложится плотненько. Делаю ее. В Лукасовском СП, в игровой ВКонтакте. Надо отчитываться по понедельникам, поэтому беру. И вот в воскресенье, а иногда и прямо в понедельник. Делаю, сколько сделается. Тут проблема, что пошли светлые оттенки, которых практически не видно. Темненький сначала сделала, чтобы хоть как-то потом ориентироваться. А со светлыми это, конечно, сложно. И снимать их плохо видно, и вышивать их плохо видно. И фотографируешь, когда результат тоже как-то не особенно видно. Поэтому ничего делать, все равно они присутствуют. Вышивать их надо. Посмотрела на ютубе, кто что там говорит. Многие, как и меня, многих достало срачи разборки между вышивальными блогерами, так скажем. Там постоянное мерение, кто элитнее, кто лучше, кто вообще ничего из себя не представляет и не имеет права голоса. Многие, оказывается, разделяют мою точку зрения, так сказать. В общем, я не одинока в своем мнении, и многим это надоело. Так что не особенно там переживают на случай блокировки Ютуба. И все потихонечку перемещаются куда-нибудь. На Дзен, в частности. На Дзене, конечно, не особенно понятно, как жить, как быть. Потому что неясно там, как плейлисты создавать, видео грузится как-то странно, долго. Не публикуется, походу, само. Что-то как-то непонятно. Ну, в общем, я смотрю, все потихонечку туда перебираются. Ютуб сам себе, так сказать, напакостил, когда увлекся русофобией. Ну что ж. Дело, как говорится, хозяйское. Плохо только то, что вот люди кинулись на Рутуб, на Дзен, а там как бы не особенно-то готово. Как бы недоделано все.
конечно, раздражает. На Ютубе, конечно, удобно было. Ну, как бы, плюс такой у меня, что я не блогер с большим количеством подписчиков, которые, конечно, потеряли, пострадали, да, там денежек лишились. Мне, собственно говоря, плевать, где сидеть. Я на Ютубе-то едва только освоилась. Ну ладно, тренировка. Дело хорошее. Дело хорошее. Где мы находимся? Да. Поэтому... Ладно. Это я снимаю только, чтобы показаться, что вот я что сейчас делаю. Я как... У меня сейчас получается, да? Геральт, девочка с собачкой. А, господи, что я сказала? Я сказала, что в Лукасе, не в Лукасе, а в любимом звере. Я в Лукасе у меня... В Лукасе у меня котята, запоздалый обед. Деревенские котята во дворе. А эта девочка, это другое СП, это любимое зверье. Ну и тут я ее для чего завела? Я хотела попробовать конгресс страмин впервые. Для того она у меня экспериментальная моя. Ну, с этой целью, с целью эксперимента я убедилась, что СХС на конгресс страмине вполне себе прилично себя ведет. Как видите, без просветов. Без ряби. Ну, к этой схеме, вот если кто будет вышивать ее у Амелки и Ленки, брать, тут есть один нюансик маленький. Здесь как-то не очень подобран бленд в ручке. И я его пыталась замаскировать уже. Оно получается вот тут вот прямо... Такое, да, сейчас видно, но было еще хуже. То есть тут резко, внезапно такая полоса прошивается. Как бы, по идее, должно плавно уходить в светлое. А оно получается серое, темное, темнее, чем вот предыдущий цвет. Что-то тут не то. То есть мне пришлось поверх зашивать более светлым, хоть как-то замаскировать, и все равно это видно. Нету плавного переходика. Она, кстати, и сама говорила, о мелкой Еленка-то, когда она вышивала и добралась до телесного, она сама заметила, что там что-то неладно с этим блендом. Не знаю, правда, переделала она или нет. Своей схеме этот бленд, может быть, и переделала, потому что уж очень это бросается в глаза. Я не знаю, у меня вот такой же кусок сейчас вклинится в шею. Так, не знаю, я даже не заметила, какой это был. Блин, еще надо разобраться, какой это был бленд. Может быть, удастся как-то его. Не допустить. Потому что на лице уж такое получить совсем не хочется. Ладно, там на руке. Бог с ним. Может, девочка угваздалась. Слегка. Но на лице получить это совсем не охота. Ну вот, значит, мы с вами отчитались по этой работе. 40%.
и 33 000 крестиков. Всем желаю быть живыми, здоровыми и работать в свое удовольствие.